Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Сегодня у меня новый жилец, как так сказать, с корабля на бал. Идя с работы, я встретила одну знакомую, которая мне сказала: знаешь, мне подарили орхидейку, она у меня что-то и не растет, и не умирает. Забери ее, пожалуйста. Я говорю: ну хорошо, приноси. И она мне принесла вот такую вот орхидеечку, вот в такой вот салфеточке муму. Я ее спросила, что это за орхидейка. Она сказала: я не знаю. Вот. Ну, значит, мы ее будем звать теперь Муму. Да, Настя? Угу. Будет Муму. Так, сейчас я ее покажу, какая она. Она у меня стоит на растворе фитоспорина. Вот такой фитоспорин. Я его очень люблю. Делает его Уфа, Башкирия. Фитоспорин М. Вот я ее поставила в растворчик фитоспорина. Сейчас я ее достану, эту Муму. Несчастную. Вот такая вот муму. Я у нее тут обрезала вот чуть-чуть. Тут вот, видимо, был цветонос когда-то. Сейчас, да. Спасибо, Настя. Корешок, там что-то это. Два корешка. Вот два кусочка корешочка. Так, ну вот такая вот муму, в общем. Я ее помыла. Сполоснула. Сейчас я покажу, какая она маленькая. Вот такая вот маленькая, совсем малышечка. Так, значит, что у нее здесь? У нее здесь вот я вижу корешочек в фазе роста. Вот корешочек здесь вот я вот сняла веломен. Это я оставлю. Вот этот вот хвостик. Ну, хоть что-нибудь было бы. Здесь вот у нее что-то такое вот чернеется, но не страшное. Вот это вот я пыталась снять. А вот оно, кстати, сейчас размокло и снимается. Настя, подержи, пожалуйста. Сейчас я возьму палочку. Секундочку. Ну, там было так... Она была сухая, и ну, нельзя было ничего сделать, потому что я боюсь ее. Она прямо она совсем крохотулька. Вот у нее здесь что-то черненькое такое. Сейчас мы вот это берем. Вот так. Настя, чуть-чуть убери мне палочку никак. Вот так мы еще чуть-чуть. Здесь вот. Это вот не убирается. Я не знаю, что это такое. Здесь вот у нее что-то растет. Маленькое что-то. Совсем крохотульное. Ну, в общем, вот так вот. Все, больше она не чистится. Муму. Маленькая муму будет. Сейчас я ее вот так побулькаю. Фитоспоринчики. Вон. О, сколько там отваливается. Еще каких-то всяческих кулюсиков. Вот таким вот образом. Замечательно. Вон у нее там что-то поотвалилось. Так. Вот так. Здесь у нее... О, сразу стало видно. Но что-то вот растет, вот определенно, вот. Вот, если видно, вот прям что-то растет здесь зелененькое. Как деточка маленькая. Сейчас я покажу. Вот в этом месте. Если видно. Вот здесь видно, да? Что-то растет. Ладно, муму так муму. Вот я вижу, у нее здесь мох. Вот это что-то такое непонятное. То ли уголь, то ли кора. Вот здесь что-то такое. На что это похоже? Как циолит, а? Серамис. Серамис? Наверное. Ну, что-то такое есть, да. Я не стала там долго разговаривать, потому что... Так. Она мне принесла к двери, отдала и ушла. Так, ну что? Ну, в принципе, неплохо. Все неплохо. Так, будем играться. Многие знают мою любовь к мини-орхидеям. У меня немножечко черные ногти такие. Я прошу прощения. У меня сегодня на работе была большая пересадка. Я сегодня там, ух, шуровала там свои. И фикус там посадила. И, ну ладно, отступление. Так, значит, сажать я ее буду по такому принципу. Точно, смотри, это Софлора, а это, наверное, Серамис, да? Я говорю Серамис.
Да? Значит, сажать я ее буду по такому принципу. Значит, в освободившиеся стаканчики. Здесь я положила цафлорку. Здесь у меня кора свежая, которую я кромсала. Вот там вот добавила я мох, уголек. Вот так вот. Сейчас я ее примерю. Так, муму эту мы убираем. Муму. Так, и сейчас примерю. Ну, вот так. О, отлично. Вот этот корешок я сюда направлю, да? Вот так вот мы ее посадим. Вот таким вот образом. Угу. Но самое главное, я решила сделать посадочку такую интересную. А, момент, я сейчас забуду. Сейчас я забуду. Я решила сделать посадочку для нее. Я вот здесь сверху не буду ни кору класть, ни что-то там другое. Сначала я хотела ее целиком посадить, цафлору. Вот можешь, Настя, цафлору показать упаковку. Прошу прощения. Там весь я отрезала, надо примазать. Так. Так, все, примазали. Так, стой, малышка. Итак, сажать я ее буду в живой мох. У меня вот здесь есть такая небольшая коллекция моих живых мхов. Это только два лотка. Так, у меня в этом году много мха, потому что я уже рассказывала, мне моя приятельница с работы привезла из Зеленоградского района. Они ездили за грибами, привезла мне мох. Это было, по-моему, 3 недели тому назад. У меня теперь очень много мха, в том числе сухого. Я его перебирала 3 дня, и в контейнеры его уже сухую его прессовала. У меня получилось 5 вот таких вот контейнеров, мультибоксов. Плюс у меня такая корзинка с крышкой. Это 6. 2 контейнера у меня стоят на проращивании. И вот этот... О, что здесь у меня такое? Это надо вообще... Ну, ладно, я потом сниму. Это у меня вот этот вот давно растет, но это у меня так. Будь здорова, Настенька. Для души, для сердца. Вот так вот у меня мох растет. Замечательно. Вот как красиво. Он у меня растет. Здесь вот у него кора, на коре. Вон как красиво прорастает, видно. Я его пока никуда не применяю, никуда не сажаю. Просто так вот открываю на проветривание и любуюсь. Мне очень нравится. Вот. А вот такие вот 2 контейнера у меня находятся вот в таком состоянии. Посмотрите. Ой, как крышечка запотела. Прелесть такая. Бумс. Посмотрите, как мох пророс. И вот здесь, на сбоку покажу. Вот видно. Вот они прямо стоят. Вот. Сюда давай показываю. Вот, видите? Все вот вытянулся, как красиво. Все вот эти вот шишечки дали рост. Вот так замечательно. И, значит, сажать я ее буду вот в этот вот живой мох. Сейчас мы выберем здесь с уголка, наверное, вот отсюда. Вот я возьму вот эту кучку. Вот так симпатично выдерну. Вон как клево. Вон у него корешки. Смотри, Настя, корешки. Вот у него корешки. Вообще прикольно. И вот так сейчас симпатично будем делать. Вот так сейчас выложим. И будем туда сажать нашу малявочку. Сейчас мы будем заводить туда корешочки. Аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Таким вот образом. Раз. Теперь вот этот корешочек мы вот сюда его положим. Вот в эту сторону. Давай, малыш, не бойся. Вот так 2. Теперь вот этот вот, который в фазе роста. Сейчас мы его вот сюда. Тусенька, а что ты там делаешь? Цветочки там сухие собираешь, девочка моя.
Ты цветочки собираешь, да? Лесной зверь. Вот, все, отлично, кайф. Все, я распределила. Вот этот корешок мне надо вот сюда направить. Видно его будет, да, Настенька? Вот, посмотрите. Вот я ее поставила, чуть-чуть сверху покажу. Так, и добавим сейчас еще сюда мха. Вон прям корни какие. О, класс. Вот так вот мы положим. Он прям похрустывает. Замечательный мох. Вот так. С этой стороны она съехала немножечко. Настюш, мне неудобно. Мне, ну, детка, ты как-нибудь или встань, или как-то, или тебе тоже неудобно. Что такое? Что там Тося делает? Цветочки сварила. Цветочки собирает? Гурман. Собирает сухие цветочки. Там дикий кот уронил цветочек. Дикий-дикий. Он у меня уже один цветонос отсушивает. А второй ничего так хорошо. Хорошо так цветет. Там продолжение есть на нем. Еще есть время полюбоваться диким-диким котом. Ну вот вообще супер. Вот. Я его так прижимаю, потому что, чтобы она не качалась. Потому что мне нравится. Мне очень нравится. Вот так. Мне очень интересен вот этот вот, назовем его так, эксперимент с этой маленькой Муму. Точно, реально Муму. Значит, прикольное имя. Муму. Так, и здесь вот еще сейчас возьму горсточку. Мух вообще классный. Так пахнет. Так пахнет классно. Вот. Так. Чуть-чуть она с центра съехала, но это не страшно. Она у меня здесь все равно не будет же постоянно сидеть. Она у меня здесь будет наращивать корешочки, адаптироваться, а потом я ее пересажу уже, куплю, когда горшочки Арте 0,6, она немножечко подрастет. Все у нее будет хорошо. С моей легкой руки. Вот так вот. Вот, замечательно у нас получается. Супер-супер. Все супер-супер. Так, вот так, чтобы эта зелененькая штучка там не заглубилась. Но я думаю, этого, наверное, будет достаточно. Как ты считаешь? Ну, ты не архаман, ты у нас по другим делам. Ты у нас по кактусам, да? Не по кактусам? Нет, но у тебя же есть же кактусы. Один. Ну, один, все там еще. Какие-то суккуленты стоят. Я не знаю, как они у тебя называются. Это же твои цветочки. Так, вот здесь я потом стряхну. Вот, все. Я ее немножечко заглубила, это не страшно, потому что вот так. Отлично. Все, посадка закончена. С мхом расстаемся. Сейчас я его чуть-чуть вот так растереблю. Все, мох дальше уходит на свое законное место. Так, это тоже. Это мой. Ух ты! Ух ты, какой красивый! Пупучка красивая. Иди туда. Вот так. Нет, не хочет пупуська. Иди туда. Вот так. Иди, все. Так, все, посадочка закончена. Посадочка получилась замечательная. Мне нравится. Такая легенькая. Вот такая вот посадочка получилась. Вон видно корешок, который в фазе роста. Вот он.
салатовенький такой. Больше ничего нет. Сейчас я на нее приклею табличку Муму. Она у нас будет Муму. Так, поливаться она не будет. Будет только по краешку. Буду заливать циофлору. Сейчас, конечно, не буду, потому что циофлора мокрая. Правда, кора сухая, мох влажный. И она уходит под досветку. Вот такая вот Муму. Сегодня какой, 17-е? Угу. Сегодня 17 октября 2018 года. Начинаем отсчет. Будем следить вот за вот этим корнем, я думаю. Вот от этого корня, я думаю, многое зависит. Вот. Так что хорошо она так сидит. Вот такой маленький стаканчик. На этом семья Боковых в составе мамы Наташи, Настеньки и Тосеньки. Тосенька. Тосенька убежала. Мы с вами прощаемся. Желаем вам всего доброго, удачи, счастья, благополучия, крепкого здоровья. Будьте счастливы. До свидания. Всегда ваша Бокова Наташа.